Всем привет, друзья! Как всегда, с вами Намко. Сегодня поиграем на SF-чике. И постараюсь сыграть достаточно интересную дотку, показать. Че он, мид типа? Нихуя. Блядь, что с ним не так? Я пойду тогда лес. Если лес нам не дадут, то придется выйти из игры, потому что смысла нет стоять на линии вдвоем, где мне будет не давать фармить мой тиммейт и еще два противника. Для SF это катастрофа. Это можно смело выйти отсюда и начать новую. Я, конечно, так редко делаю. Практически никогда. Я либо выхожу в самом начале, когда какие-то долбоебы конченые попадаются в команду. Либо в самом конце, когда за меня все поливали. Ну, бывает, конечно. В середине игры я тоже, может быть, пару раз выходил. Но... такое бывает вообще практически никогда, и только в том случае, если моя команда сосет, допустим, со счетом 50 на 10, и 10 киллов это только мои, блядь. Вот в таком случае я могу, конечно, выйти, но и то бывает такое практически никогда. Да, конечно, мид бы я бы постоял с удовольствием против Куночки, но дура на Зевсе решила, что ему важнее. Ладно, самое главное, чтобы эта дура на Зевсе не постояла мид и не ливнула. Такое бывает часто. Я третий раз сейчас снимаю видос на SF, только по той причине, что эти пиздюки пятилетние постоянно ливают. Блять, это невозможно. Это в каждой игре. Вот в стай раньше не так часто они ливали. Раньше как-то кастомки, когда появились, еще мало кто понимал. Ну, точнее, не мало кто. Большая часть понимала, но не все. Что можно ли из кастомок вообще выйти безнаказанно-то. Вот, всякое такое. Мне не надо. Блин, да, лес, конечно, стоять. Это очень такое занятие неправильное для такого SF, которого я хочу делать. Лес никогда не ходить. Потому что сейчас понимаете, в чем прикол? Мне надо нафармить. То есть я хочу собираться через ветерок и блинк. Но если так собирать SF, его надо собирать крайне быстро. Если все это затягивает, смысла от такой комбинации не будет, потому что противник уже будет жирный. У противника будут те же БКБшки. Вот, допустим, Кунка четвертый, да? Четвертый. Я думал, он уже шестой. То мало ли, думаю, сейчас убьет. Так вот, суть в чем? Я быстро из леса не вынесу эти артефакты. Только по той причине, что мне нужен постоянно хил какой-то. А чтобы не покупать постоянно тангусы. Надо брать маску. А маска стоит 1200 сейчас. Понимаете, да? И все это вытекает в то, что наши артефакты откладываются на очень неопределенные срока. На такие срока, когда у противника уже появляются такие артефакты, как бы КБшки, какие-нибудь вангварды и прочая хрень. Ну, вангварды это еще не самое страшное, потому что даже с вангвардом, в принципе, СФ может забирать.
Именно здесь, по крайней мере. Но вот с БКБшкой уже все. Увы. Беру ПТ. Хил. ПТ хил, да? В принципе, его можно. Нет, он сейчас отойдет. Я его не заберу. Ну, кунка уже шестой, он, кстати, может меня забрать. Не надо так стоять агрессивно. Вот ей делать нечего. Что она здесь трется? Ну зачем? Ну иди фарми, ну ты. Ай, понимаете, в чем прикол? Сейчас она попытается где-то что-то загангать, будет бегать по карте как бесполезный кусок дерьма, а в конце ее пару раз убьют, и она ливнет. Все. Такие вот приколы. Ладно, я не понимаю, что у них линий своих нет? Зачем? Ой. Зачем они идут на мид? Вот видите, она раз умерла. Сейчас второе, третье и все, и лифт. Кунька. Кунька. Но мне сложно здесь стоять. Он спушит. В любом случае. Сейчас кунька бежит нас. Я знаю этих школьников. Поэтому, ну, смысл дефать этот тавр нет, так как мы зайти сзади не можем убить его. То есть не мы, не наши тиммейты, да, сложно. Он стоит на расстоянии и просто ставит варды. Так. Ветерок. Ветерок. И блинк. Ой. Как же я его встретил здесь. Ладно. Надо заняться тогда вардами. Ну, не получается немного у нас вот так вот, как было запланировано. Ну и слава богу, на самом деле, если бы сейчас я бы постоял мид, у меня было бы все хорошо. Я бы убивал их, бегал, они бы поливали сразу же. Сразу же прям. Тут даже, они бы даже не думали, они бы только вот их пару раз убить, все, они сразу на выход. Они даже вообще не задумываются ни на секунду об этом. Что у меня компьютер лагает, точнее дота. Блин. Надо будет перезагрузить. Просто предыдущую игру играл. Так залагало. Так залагало. Вы это только видели. Так.
Да, что-то у меня какая-то картинка дерганная. 70 FPS показывает, но почему-то как-то странно. Сэв дергается. Может, это у меня глаз дергается уже, я не знаю. От этих, блядь, дебилов, сука, ебучих. Третье видео снимаю, просто и здесь, я не знаю, но здесь еще есть надежда, что они не ливнут. Ну, не мои тиммейты, не противники. Есть надежда, что они будут играть, потому что ни одна из команд не имеет большого преимущества. Долго я все это фармлю, на самом деле. Уже должен быть блинк у меня по-нормальному. Ну, что ж поделать. Лучше поздно, чем никогда, правильно? Ух. Ну, здесь немного тоже подзаработали. Нормально. И вот почти он есть. Так. Так. И вот так. Ультимейт есть, блинк есть, ветер есть, можно, блин, они с лотарами бегают. Так, продаю. Кунковского пойдем бахнем. Тусик, ну тусика не убьем. Так. Первый у нас наигрался. Бам. Бам. Надо идти. Надо идти. Я без ультимейта, я не знаю, будет сложно. Надо как-то попытаться подефать. А. Да. Прокаст и все. У нас на самом деле аксесс какой-то. Я не знаю, где он вообще лазит. Нажми. А, гем забыл. Буду с гемом бегать. Меня его выбьют, конечно, но без него никак. Вообще никак. Набить души надо. Срочно. Ёбище, блядь, суд просто с ульта. Не знаю, попробую гем забрать, если есть тут. Эх.
О. А, так у меня душ нет. Ну, блядь, это ненормально. Он просто одна кнопка и меня нет. Стоит Зевс рядом с ним. Он Зевса оббегает и бежит за мной. Если я без гем буду бегать, я постоянно буду умирать. Прям только вышел, умер, вышел, умер, вышел, умер. Это будет повторяться постоянно. Надо было себя поднять. Потому что они с лотарами, а эта пидорша, блядь, стоит вот здесь вот и не дает мне гем. Ну, эту мразь надо в мут кидать. Это просто конченая мразь. Не дал мид, забрал гем. С гемом бегает в самой жопе и потерял гем. Просто это самый конченый уебище, который я когда-либо встречал. Это, ну, блять, это невозможно. Он настолько туп, сука, что он даже не понимает, что это пиздец. Ай, тоже мут. Пошла нахуй отсюда. Уебище тупорылое. Я здесь говорю редко, но, ребят, блять, здесь такие уебища порой встречаются. Ну, реально, сука, это невозможно. Ну, просто невозможно, блять. Невозможно адекватно реагировать на эту хуйню. Пошла нахуй в мут. Когда такое уёбище, блядь, играет, ну нельзя не сгореть, блядь. Это элементарные вещи. Отдай мне гем, я буду их видеть, я буду их убивать. Нет, он бегает с гемом. И бегает в самой жопе. Понимаете? В самой жопе бегает. Мне приходится тратить деньги на гем. Ну, не понял. Куда он делся, блядь? Это что за чушь? В кусты ушел? Вон. Ебать. Видите, что с дотой происходит? Ай, взял промахи, не знаю, он вообще промахивается с ультимейта, блядь. Надо будет посмотреть. Охуенный Кайлы. Еще одни. Сука. Я, честно, я расстроился, ребят. Ну, блять, ну такой мразью, как Зевс, ну я не знаю. Ну как можно быть таким уебищем? И вы понимаете, в чем суть проблемы? Он даже не понимает, что он сейчас делает неправильные вещи, блять, из-за которых мы проебем, из-за которых мне очень тяжело играть. Он этого даже не понимает, сука, вот в чем проблема.
Думать, что все нормально он делает, все заебись. Он не отдал гем, потому что я его, наверное, он подумал, могу потерять. Все заебись у него. А то, что без гема я не могу в принципе. Ну, нафармили. Аганимус. Еще одна шлюшка вышла. А, я ее замутил. Все. Так, и эту шлюху тоже. Да, дота у меня лагает что-то в последнее время. Вот шлюха. Ну пизда тебе. Отдалась сюда нахуй. Хуета, блядь. Вардов накупил, пиздец. Ебать, у них еще тени есть. Я первый раз его увидел, реально. Хуя себе. Бежит, бежит, блядь, бежит. Ой, ты куда ж ты? А что ж? Что ж ты делать-то будешь? Бежит, блядь. Охуенные кайлы еще раз. Скриньте, ребят. Что-то лагает просто. Видели, да, как лагало? Кстати, Аленка помогает от ультимейта этого уёбка? Дура, блядь. Я её сейчас убью, блядь, специально, нахуй. Сдохну, сука, но убью. Пидорша, блядь. Ага. А, уёбище. Блять, у меня слотов нет для гема. Почему я такой неудачник? Фу, блядь, я испугался. Двадцать восемь душ. Ну, в принципе, я могу попробовать кого-нибудь забрать. Но маловато. Еще бы чуть-чуть. Ой, блядь. Ты что, нахуй, снайпер? Ты что? Что ж ты со мной делаешь, снайпер, блядь? Где ты, сучонок? Я хотел это сделать, вы, блядь, себе не представляете просто. Как же я хотел это сделать. Кстати, ген там остался или нет? Наверное, забрали. Не, лежит, ебать.
Отъебись, сучара. Бейте, пидора. Блять, жадный хуй там видели? Сука, уебище. Но я думаю, что линка не помогает, хотя надо проверить, потому что у меня особых вариантов-то нету. Мне надо чем-то спасаться, иначе, блядь. Иначе это очень-очень больно. Но мне кажется, не помогает, но проверить надо. Все-таки. Вот в чем проблема этого СФа, точнее не проблема, недостаток, да? В том, что Марта вышла и все, как бы, ну, СФ, ветерок, прикольно, да, даже в лите где-то там я буду забирать одного не самого жирного какого-нибудь героя, но это все, на что он способен, в принципе. Печально. Так, ну что же. Линкин сфера. Бля, чё она нихуя не поможет? Так, кого? Виномастер, 3000 хп, 27 душ у меня. Давайте лучше куньку. Куньку. Пать. Он где, в лесу, что ли, сидит там? Я хуй знает. Он с базы, что ли, крест вешал? Я хуй знает. Ебай, он на туре с базы крест вешает. Охуенно. Охуенно сыграл. Нажал ветер на себя. Как, блядь, так получается? Ой, блядь. Я не знаю. Стоит рядом виномастер. Тыкаю на него. Поднимается СФ. Охуенно. Но на самом деле, ребят, хочу заметить, что это наиболее интересная игра из тех предыдущих, которые я пытался снять. Здесь, да, пидоры ливнули двое, но здесь хоть какая-то интрига есть. Понятно, что мы проебем, потому что у нас нет лита, и я собираюсь не так, и пересобираться я не собираюсь. Но, тем не менее, хотя бы какая-то более-менее интересная игра получилась. А до этого что было? О, блядь, вы не представляете себе. 5 минут игры и минус 5, блядь, ливают сразу же пидоры. Проверил. Проверил, не помогает. Так. Но я не знаю даже, что собирать против него. Тараску, ну бред, блядь. Как бы смысл. Все затыкать вардами. Ноль урона венику наносит. Без возвратки играет. Бля, это пиздец. Да. И такие вот бывают. И причем только за меня. Представляете? Вот. Бля, я не знаю. Это, наверное, никак не связано.
скрытый пул и все такое, это же кастомка. Но, блядь, я замечаю, что даже здесь, сука, за меня вот такие постоянно ущербы играют. В меня начинают закрадываться какие-то сомнения, честно вам скажу. Меня даже снайпер сейчас убьет, понимаете? Даже снайпер. У меня 16 душ, это как бы крайне. Ой, блядь, дура нахуй. Вот, блядь, я в шоке нахуй. Он ведь сидит, сука, и ждет, вы представляете? Блядь, надо было собираться нормально, разбить ебальник этому пидорасу. Просто, ну меня бесит, ну блядь, он специально бегает за СФом, блядь, ну понимаете, какой долбоеб там сидит. Вот смотрите, я сейчас здесь появлюсь, и он побежит за мной, блядь. Ой, блядь. Когда берешь героя, на котором, блядь, уверен, что выебешь всех и вся, 10 минут школьник сразу выходит. Все, блядь, как играть, сука, как играть, блядь, в эту хуйню. Пять душ набрали мы. Блять, не могу подойти. Ну бред нахуй, надо БКБ покупать. БКБ спасет мир. Реально невозможно просто. Меня она не сильно поможет, потому что у нее скади. Ну, все равно, блять. Да, проблема еще такого СФа, если у противника такие такие персонажи, которые могут с прокаста убивать, да, то есть они могут постоянно бегать и гангать, там никсы, всякие вот эти вот колобки ебаные, баунти-хантеры. Ну, баунти-хантер с прокаста не убивает, ну, так, к слову. То проблематично играть на таком сейфе, постоянно надо набивать души на линии невозможно, идти в лес, тебя там уже ждут, и вот, в общем-то, все вот так вот плохо. У меня 0 душ, хотя было 20, все куда-то делись. Я бегаю без гема. Ну, смысла идти в свой лес не вижу. Первая душа. Да, что-то отнимает души как-то очень, очень много отнимает. Хоть товаром один спушить. Не пойду. Они уже там, блядь, рыщут.
22 души мало, на самом деле. Да, беги быстрее, блядь. Не добежишь же, ебаный в рот. Не успеешь, блядь, не успеешь же. Быстрее беги, блядь. Дура ебаная, тоже в мод. Не нравятся мне такие игроки. Двадцать пять душ. Вряд ли они останутся у нас. От линки смысла нету, надо ее продавать и купить, я не знаю. Какой-нибудь скади, что ли. Или Тараску. Или Тараску. А, все, души закончились у нас. Да, сейф какой-то странный. На ней вот меня. А, нет, все, смотрите. Человека убил, оп, сразу же 42 души. Линку надо продавать и купить что-то на жир, возможно, скади. Ну да, наверное, скади прикупить стоит. Так, стопэ. Я заебался эти варды стоять уже. Просто неудобно, блядь. Постоянно их туда-сюда перекладывать. Ебать. Пойду уебу эту хуеплетину. Тупоголовую, блядь. Понял. У меня игра зависла. Понимаете, блядь? Я ничего не смог сделать. Даже отойти, блядь. Чё это за хрень, блядь? Охуенно. Охуенная дотка. Так. А, он сломанный, блядь. Так. Блинк продать. Что купить? МКБ. Где оно? Просто умер. Просто умер, блядь. Ой. Ребят, поверьте, лучше игры не снять. Это самое охуенное. Это еще можно смотреть. Здесь было хоть что-то интересное. Здесь хотя бы как-то мы поиграли. Самая охуенная игра. Вот так вот.
У веника ловкости 266. У СФ ловкости... Не вижу, сколько там, блядь. Двести тридцать пять. Это нормально. Ну хотя у нас артефакты еще не те, но у нас, блядь, одинаковые. Вот представляю, он всю игру за мной вот бегал. Он сидит в кустах, ждет, понимаете, ждет, блядь, пока я выйду. Представляете, блядь, ну радость-то у школьника какая. Сэм убить, блядь. Он сидит в кустах, сука, и ждет. Блядь. Ой, бля, я вообще в шоке. Как можно быть таким дауном, бля? Ой, бля. Я всю команду их нему закину, потому что, бля, это такие долбоёбы, блядь, это. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Дота имба стала очень хуёвой. Здесь сыграть практически невозможно. Здесь из каждой игры сразу же выходит, если начинаешь кого-то убивать, сразу человек выходит. Не человек, а животные. Перепутал немножко. Человек играет, животное выходит. И таких животных больше половины, поверьте, блядь. В каждой игре все выходят. Это самая охуенная игра, которую возможно здесь снять. Одна из самых. Можно, конечно, чуть получше попробовать, но это мне надо сидеть неделю и снимать Dota Imba, чтобы одну игру охуенно сыграть. Это бред. Поэтому пытаюсь снять, получается, пока вот такие игры, что поделать. Всем спасибо за просмотр, с вами был Намко. Ставьте лойс. Я пытался, ребят, сыграть красиво, интересно, что-то разнообразие какое-то внести. Не очень получилось. Команда долбоебов поливала, и долбоеб на тускаре за мной всю игру бегал. Ладно. Подписывайтесь на канал, ставьте лойс, ну вы поняли. Всем до скорых встреч, пока.